Всех приветствую на канале Компрофи. Сегодня мы разберемся с такой проблемой, которая звучит следующим образом. Служба профилей. Пользователь препятствует входу в систему. То есть данная ошибка выскакивает при создании новой учетной записи. Человек просто когда в нее заходит, он не может туда попасть, а выдается следующая ошибка. Решить ее можно следующим образом. Вы загружаете компьютер в безопасном режиме из-под рабочей учетной записи, то есть не из-под той, в которую не можете зайти, а из-под рабочей. Заходите в редактор реестра. Редактор реестра для того, чтобы попасть, необходимо нажать «Пуск», выполнить «RecEdit», написать и нажать «Ок». Либо же вы просто в поиске пишите RecEdit. Все, заходите в редактор реестра и идете по следующему пути. Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Profile List. Вот. Зашел я по этому пути. У меня сейчас тут только одна учетная запись. Вот она. Если у вас несколько учетных записей, то естественно у вас тут будет побольше. Дело обстоит вот как на рисунке. И естественно у вас будет здесь стоять учетная запись с расширением BAC. Вам необходимо кликнуть правой кнопкой мыши и переименовать данную учетную запись. Затереть, чтобы она у вас выглядела вот так. А вы затираете и оставляете вот так. У меня не удалось переименовать, потому что, естественно, я его на тот же раздел-то и переименовал. И это единственная учетная запись. У вас, по идее, вы просто затираете бак. Вот. А вот эту учетную запись без баг, точно такую же, вы переименовываете на какую-нибудь другую. То есть одну переименовываете, которая без баг, а здесь просто затираете расширение баг. Все, перезагружаете компьютер и заходите под той учетной записью, под которой не могли зайти. Если что-то еще непонятно в данном видео, то я скину ссылку на статью с сайта Компрофи со своего. Еще раз почитайте комментарии, как люди заходят, у них все получается. Вот. Всем спасибо за внимание, я надеюсь, вы решили свою проблему.